Дорогие мои, всех приветствую! Пришла моя посылочка, и сейчас вкратце я расскажу, что я заказала в этот раз. Начну с зубной пасты «Сибирский шиповник», 98,3% натуральных ингредиентов. Новамин, антиоксидантный комплекс. Антиоксиданты нужны в период простудных вирусных заболеваний. Я много рассказывала о нем. Это инулиновый концентрат ПИК для микрофлоры питания для хороших наших бактерий. Это очень важно поддерживать микрофлору, поскольку до 80% иммунных клеток находится именно в кишечнике. И для укрепления иммунитета бомбезна вещь иммунобокс. Здесь природные иммуностимуляторы, растительные антисептики и природный адаптоген, сибирские травы. Все проверено, все работает, всем рекомендую. Здесь есть и цинк с эхинацеей, рабиногалактаны. В общем, все, что необходимо для защиты иммунитета. Дальше вот такие два наборчика: сибирский лен и омега-3. Омега-3 тоже важны для поддержки и укрепления иммунитета. И не только. Омега-3, так же как и антиоксиданты, нужны каждый день, поскольку рыбку мы каждый день не едим. И рыбка должна быть настоящая морская, а не фермерская, поскольку у фермерской рыбки омега-3 в помине нет. Поэтому достаточно удобнее и безопаснее принимать в капсулах. Магний каждый месяц заказываю. Магний тоже необходим для поддержки иммунитета. Гинглобилоба. Кстати, гинглобилоба в Китае и Японии на постоянной основе каждый месяц употребляют такую вот биодобавку. Очень хорошо для кровообращения, для работы мозга. И медвежьи ушки, брусника, поскольку сейчас такой вот период холодов, можно и где-то ножки могут быть остыть. Ну и вообще профилактика почек от воспалений. Тоже рекомендуется в период холодов пить на постоянной основе. Тайга – это парфюм селективный, это в подарок мне получила, я не платила за него ничего. И самый главный продукт, который я ждала, это набор ампульных концентратов. Это наша новиночка, бомбезный продукт для красоты. И, в общем, здесь 4 ампульных концентратов. И, в общем, в течение 3 недель такой вот курс для активации собственных ресурсов кожи, отвечающих за скорость восстановления увлажнения и защиту кожи. То есть здесь реально обновление, результаты уже есть. Вот отдельно видеоролик сделаю и расскажу более подробно, что здесь. То есть реально здесь идет такое вот омоложение естественным путем и альтернатива всем вот этим салонным процедурам. Это безопасно, это натурально. Спасибо огромное за внимание и всем пока. Будьте все здоровы и счастливы.